праздником победы севастопольцев и моряков-черноморцев поздравил командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Викторович Витко. Он напомнил, что сейчас все еще идет война за умы, сердца, историческую память потомков победителей. Александр Викторович отметил, что Черноморский флот стремится к тому, чтобы военнослужащие знали историю своей страны. Только это является гарантией того, что мы сможем назвать вещи своими именами. Врагов – врагами, фашистов – фашистами, а советских воинов – победителей, героями и спасителями мира от коричневой чумы. Хочу сказать самые добрые слова в адрес тех, кто прошел Великую Отечественную войну, сохранил в себе силы, чтобы отстроить заново разрушенную страну, растить детей, воспитывать внуков. Спасибо вам, дорогие ветераны. 71-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также 72-й годовщиной освобождения Севастополя поздравили жители нашего города, исполняющие обязанности председателя законодательного собрания и губернатор Севастополя. Хочется поздравить от имени законодательного собрания города Севастополя, всех депутатов законодательного собрания, жителей города Севастополя и прежде всего наших дорогих ветеранов с этими двумя удивительными датами. Пожелать всем здоровья, бодрости духа, пожелать веры в завтрашний день, пожелать мирного неба над головой. И еще мы продолжаем дело, которое начали наши отцы и деды. И мы должны быть достойны этого дела и верны ему. Наш долг – бережно хранить каждую крупицу правды о войне. Мы не дадим переписать нашу историю. Дорогие ветераны, низкий вам поклон за ваш бессмертный подвиг, стойкость и отвагу. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой. Спасибо вам за победу. С праздником!